Здравствуйте, гости и зрители моего канала. Сейчас я вам покажу поэтапно, как я делал вот такого льва из дерева порода липа. Делал я его вот так. Смотрите, уважаемые зрители моего канала, посмотрите, какой он в конце концов получился, этот лев. Далее, после крайнего слайда, я прошел наждачкой, потом покрыл вторым слоем фон и далее маслом покрыл. Также сзади подписал. Прорезал не глубоко, заготовка была относительно небольшая. Около 10 сантиметров в длину и 3-4 сантиметров в ширину. В толщину около 1,5 сантиметров в общей сложности. Так, ну, хочу вас поблагодарить за просмотр, за внимание. Вот, ставьте лайки, пишите конструктивные комментарии. То есть, всегда рад их услышать и исправить свои ошибки. Ладно. Еще раз спасибо за внимание. До новых встреч, господа.